Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня у нас с вами будет распаковочка, обзор товаров с AliExpress. Ссылки на магазин я вам оставлю в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Всем приятного просмотра. Итак, поехали. Так, это у меня посылка с магазина, в котором стерлинговые покрытие украшений продаются. Там очень большой выбор. Уже заказываю не первый раз. Видео у меня уже было с этого магазина. Из магазина снимала разные украшения, подвески, кольца. Вот это колечко как раз с этого магазина. И сегодня мы посмотрим обзор сережек. Такие разные сережки. Итак, кому интересно, поехали. Вот первая упаковка. Все хорошо упаковано. Тут в магазине платная доставка. Ну, доставка берется только раз, независимо сколько вы товаров заказываете. Как бы это было, когда я делала заказ. Может, не всех платная доставка. Посмотрите. Так, проба есть. Это стерлинговое серебро. Есть 925-я проба. Так, хочу вам показать. Так, сдали, лучше видно. И будем с вами мерить размер. Размер сережек 32 миллиметра. Так, застежка рабочая. Такой английский замочек. Красивые. Они небольшие, не тяжелые, легкие. Так, следующий. Там есть на любой вкус и цвет. Хорошо подойдет и на подарок. Ну, конечно, это все же стерлинговое серебро. Зависит, как вы будете его носить, чтобы дольше прослужило. Так, это тут уже серьги-гвоздики. Проба идет на вот этой штучке металлической, на заглушке. Так, тут красивый стразик и звездочка. Очень красиво сверкает. Размер небольшой, даже ребенку подойдет. Так, 12 миллиметров. Они легкие, не тяжелые. Вот такие красивые. Так, смотрим следующие. Также идут гвоздики. Но это уже идет красный цвет камня. Также есть проба на этой штучке. Размер 16, нет, 17 миллиметров. Также очень красивые. Как раз будут у меня наборы. Я уже с таким камнем брала себе и подвеску, и колечко. Будут мне наборы. Конечно, можно самостоятельно скласть набор. Дальше это уже не гвоздики. Так, это у нас распаковочка, так что вместе с вами раскрываю, не смотрела. Такие красивые. Такой фиолетовый цвет камня. Так, проба у нас на швензе. Так, тут видно. Угу. Вот такая красота. И размер. Так, длина 31 миллиметр. Очень красиво. Они легкие, невесомые. Можно, конечно, еще силиконовую заглушку сюда одеть, чтобы не потерять для страховки. Так, следующие также такого формата.
серьги. Красивые такие милые в виде восьмерки. Стразик тут такой же. И много страз. Есть просветы на стразы. На шинзе есть проба 925 и размер. Те были 31, а эти немного поменьше, 29 миллиметров. Так, следующие. Я так буду их хранить в пакетах, так неудобно, так, чтобы не потерялись. Это уже идет красный красивый камень. Смотрите, какая это красота. Такая бесконечность как бы. Так, длина. Ну, не легкие, совсем невесомые. Но эти самые длинные 33 миллиметра. Проба. Есть. Вот так сзади. Очень красиво, элегантно так. К вечернему платью. Так. Довольная. Ссылки, девчонки, в описании. Так, следующий. Также что-то подобное к предыдущим. Смотрим, смотрим, что тут. Такие как бы капельки, но они поменьше, 3 сантиметра. Есть проба. Тут. Такая красота. Все мне нравится. Да-да. Вообще они вживую еще круче смотрятся, нежели на камеру. Дальше. Также у нас идут гвоздики. Так, что тут у нас? Как бабочка. Крылья, как бабочка. И такое внутри красивое, милое сердечко. Подойдут также ребенку. Так, ширина у нас 12 миллиметров. Проба есть. У меня все сегодня красивое. Но что хотела, то и получила. И такая красивая бесконечность. Или восьмерка. Стразы идут вперемешку. Красные и белые. Она небольшая, легкие. Ребенку даже подойдут. 14 миллиметров. Есть проба. Так, смотрим. Следующие. Вот эти красивые. Как бы сердечко. И усыпаны мелкими стразиками. Размер 28. Ширина 13, и проба на швензе есть. Классные такие сердечко на День Святого Валентина. Очень красиво. Хороший подарок. Да, мы, девочки, все любим украшения. Это все наше. Да, пишите в комментариях, которые видео, какого формата вам нравится. И обязательно посмотрите предыдущие мои видео с этого магазина. Кольца там были, подвески. Вообще огромный, девчонки, выбор по хорошим ценам. И эти красивые такие в виде сердца и стразиками. Так, размер у нас 37 миллиметров. Они длинные. Красота. Проба есть. Так, сколько мы уже, Сережа, посмотрели, но это еще не финиш. Так, эти как бы серьги, цепь, сердечко и цепи возле сердца. Вот такие.
такие две пары. Есть проба на шанзе. Так. Так, не могу я померить. Они убегают от меня. Да, больше даже 5 сантиметров. 55 миллиметров. Так. Большие, длинные. Красиво будет смотреться на ушки. Необычные. И легкие они. Невесомые. Так, еще у нас что-то такое. Это сердце с трасиком. Да, я так назову. Тут еще маленькое сердечко. Проба есть. Куда ты от меня бежишь? Не убежишь. Так, 43 миллиметра. Так, сзади просвет. И вместе легкие. Шикарные. Короче, одни крашат других. Все красивые, все достойные. Все имеют место быть. Так, это у меня вот такие. С фиолетовым синим камнем. 13 миллиметров. Проба есть. Серьги, гвоздики. Так, стараюсь вам по-быстрому показать. Кому интересно, чтобы разглядеть получше, можно положить на паузу. Благо, такая функция есть. Так, это у нас четырехлистник. Красивые сережки. Так, проба есть. И размер почти 4 сантиметра, 30-37 миллиметров. Так они вместе. И вид сзади. И подобные, что-то такое, как эти. Но немножко другие, да, в виде сердца. Вот такие. 925 проба есть. Так, застежка. Застежка рабочая. И длина. Сейчас смотрим длину. Длина 27 миллиметров. Ну, хорошие. Они не тяжелые также. Хотя они кажутся такими большими, но они не тяжелые. Подойдут даже на каждый день. Но эти намного больше. Вот такая у нас сегодня была распаковочка сережек. Ссылку на магазин я вам оставлю в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения. Встретимся в новых видео. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.